Доброе утро! Это начало очередного соревновательного влога. Сегодня мы едем в Барановичи, выступаем по кандидатам с двумя программами, и младшая команда выступает по первому спортивному. Сегодня у нас еще тренировка, потом мы все вместе едем на вокзал, выступаем сегодня в 9 вечера, а завтра с утра. Научиться бы не париться по пустякам и не болеть с утра по понедельникам. И от того, что не нравишься, не мучиться и быть уверенным, что все получится. Научиться бы не париться по пустякам и чтоб никто не называл бездельником. Пить пиво каждый день и не поправиться, и девушки, чтоб как пули не кравиться. Куда-то не туда меня ведет моя звезда. Температуры, перепады чаще, чем всегда. Но вроде голова и голос не дрожит, и вряд ли кто-то сможет мне испортить аппетит. Сорваны петли, гости на газели, километр оливье отдалили еле. Снова повторится день сурка. Научиться бы мне не париться, научиться бы не париться по пустякам и не болеть с утра по понедельникам. А, ну там, короче, на дороге вот так вот два сурка. По дороге вот так вот обнимались. Это блог. М5С48. У нее бирки цвета 8. Она закурит, но я бросил. Она снижает градус. Это я курица, я паспорт забыла. Меня не заселят. Я буду на улице жить. Ура! Она опять начинает влог. В нем не участвует. Да. Она едет. Тихо, Тай. Мама Аня. Я не в игноре, я... Дальше, шире. Делайте взгляд панков. Мама, Аня, ваши эмоции. Они на полу попадают в музыку, но разве? Ну ладно, это тайна. Три программы подряд, я считаю, это успех. У меня две, а это какие-то ложки. Я устаю на две. Здравствуйте. Здравствуйте. Которые катают первый спортивный, а я не катаю. Я тоже так хочу. Смотри, смотри, Даша, Даша. Намазали. Не будьте оленями, как Вася. Какая опорная кровь, следите за ней. Переводите стопу на мизинец. Колено смотрит в сторону на мизинчик. 4. Я чувствую 2. Больше в сторону. Хопа. Хоп. 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 Давайте сядем за хвост. Надо посмотреть на Аллаха. Давай, на Аллах. Смотрим. Так, давайте, пожалуйста. Руки мы покушали всей командой в KFC. Теперь идем на поезд. Мы потеряли команду. В Магадан? Да не в Магадан. Владивосток лучше. Зачем мы найдем? Жарко. Смотри на меня. Ты же жарко. Мне плохо. Видели, как ты по жизни такая? Help me, please. Что это у меня потекло? А нечего краситься. А нечего мазаться утром. Да я съем камеру. От кого слышу? Мы беженцы. Вася, скинь денег на еду, пожалуйста. Я понимаю, что мы с тобой не общаемся, но пожалуйста. Три, четыре, это тебе. Мы
что за сходка хобби-хорсеров? Я тоже хочу. У меня есть гусь Женя. Еду домой, ура. А ты не домой. А она домой. Я дома буду. Попить, Надя, пожалуйста, сейчас умру. Самба пела вам на крышу. Наше такси. Наше такси. Данамай. На людей. Самое последнее мы. Shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Вам же уже не детская, вы же уже большие девочки. Мне 17 лет. Эй, нельзя. Остальные можно. Ура! Я выбираю жить в кайф. Я выбираю. Мы доехали покушать, как Гарри Поттер. Правильно, а Мина, ваши ощущения? Что тебе надо, черное? Черное? Оно не застегивается. Черное, ваши эмоции. Это было очень классно, мы очень быстро приехали, я не ожидала. Было вкусно, что мне чемодан не застегивается. Вау. Среза. Jimmy Lakmatin. Мы в Барановичах. Катя удивлена зеленому автобусу. Он зеленый. Слушайте, я оплатилась. Катя, жди. Катя. Прикольно, да. Это мы. Я тоже негодую. Почему мы выступаем в 9 вечера? Ну, блин, сейчас там какие-то хоккеисты, я не домой. Да, почему мы катаемся после хоккеистов? Там... Ау. Там льду будет плохо, никто не катает. Поддержка. Я поддержку. Я в парках не катаю. Это люстра в молодечных тюрлях разбивалась. А тут она целая. Ну, сейчас исправим. Всем привет. Молодечная. Бегай, Баранович. Я хочу спать, Даша мне не разрешает. Я влог монтирую. Нам вставать в 7.
Ну хотя бы не в 6. Доброе утро. Доброе. New day. Мы уже накрашенные. Хотя я, не катаю рок-н-ролл. И вообще, зачем я это все делала, я не знаю. Ну, просто, да. Ну, я готовая. Все остальные, кто не катает панков, нет. Но они катают. Да. Ух ты. Сос. Ваша оценка завтрака. Оценка завтрака. Давай. Значит так, сразу хочу сказать минус. Масло не мажется. Ну, омлет, конечно... Попробуем и оценим. Тут нечего сказать. Я тут. Концертки. А я спать хочу. Почему все тут? Пока тут. Нет. Я домой. Концерт кишлака тут? Тут? Это наш номер. Мы стоим за дверью. Доброе утро! Приятного аппетита! Очень приятно. Я вчера залазила на этот коня. Настраивайтесь, поскочите хоть чуть-чуть, вы сейчас замерзнете. Накиньте кофту, сейчас они еще камеру пока сделают. Потому что машина не предназначена для таких высоких. А меня возьмете в свою машину? А Ульяна войдет в машину. Хотя привет пока можно было бы сказать. Неужели так сложно? Оп. Твоя смерть. Давай, Дима, так это Маша. Представь, что это Маша. Нет, ну да. Давай, это Маша. Или Малашка. Или там время идет. Идет время. Да, Дима. Наконец-то едем домой. Вы довольны? А что там? Эля. Подожди! Ребенок падает. Блин. Я не понимаю. Из автомобилей радио.
надежду на то, что не сбылось. Знаешь, горе по колено, горе по колено. Я глаз почесала. Мама, не кричи. Это я тупая, я еще отдыхаю. Да, это богатая, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои фотки и тупо повторяют. Ты не забывай, кто ты у королевы. Я рассчитываю вам направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерт, я считаю по фанеру. Выбираю жить в Каире. Я выбираю жить в Каире. Я выбираю жить в Каире. Я выбираю тобою быть нелюбимым. Остановишь это насилие. Прямо скажи мне, и чем мы закрыли свой рассудок пойти. Барановичи! Барановичи! Белорусский городок. Барановичи, Барановичи. Золото дарил и комплименты не сорил. Она же все дала, что ее сердце скажет да. Зачем она тогда очищение? Слушайте! Нормально, я не могу. Зона турбулентная.